Anywhere in the world. Ладно, потом поговорим. Я сегодня весь день здесь буду. Пойду, я сяду пока. Секундомер у меня пока будет. Вот в этом забеге бежит Егор Николаев. Егор, третий результат сезона в Европе. 3:38:36 результат Егора Николаева на русском языке показал. Лучший результат сезона в Европе 3:36:95 для ориентира. Наташа Николаев верит в свои тактики, берет без всяких сомнений, высокий темп, но такая манера не может не импонировать людям и их ответам, и другим далеким от трех отделений. 57 лет, 400 лет. Но почти на 2 секунды быстрее, чем бежали до этого. Талин Иван Турташев сейчас. А на 28.600. Егор Николаев Иван Турташев. И на третьей позиции Павел Коростукин. Это 57.800 метров. Ну, ясно, что скорость здесь значительно выше, чем у четырех предыдущих забегов. Вопрос. Удастся ли ее удержать на финише? И сейчас лидеры заканчивают километр. 2:27. Но на пару секунд быстрее, чем бежали другие. Активность проявляет Дмитрий Несельский. Выходит на третью позицию. Приближается к Турташеву. Турташев сходит, Несельский уже второй. 1:02:57 на 2:200 метров. И что, Николаев побежал уже, или Несельский попробует догнать? Последний круг. Приличный отрыв. Несельский и Коростукин. Немножко побежал. Коростукин начинает работать. 100 метров до финиша. Нет, Несельский не сдается. Интересный концов забега. Так, подустал Егор Николаев. Вот так, значит, забег Егор Николаев. Несельский и... Я боюсь, что даже не в финише. Кто из них был, ну, проще подождем, Несельский и Коростукин на второй позиции. Ну, результат литературы 39:56, видимо.